нашої студії завітала арт-терапевт Галина Рурик. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Сьогодні разом із вами будемо розбирати, власне, образ «Я», як його сформувати. І на практиці ми будемо підослідними, а наші глядачі зможуть повторювати разом з нами за вами. Тож, як ми будемо це робити, як буде проходити арт-практика? Ну що, дівчатки, нам нужен листик. Звучало так угрожаюче. Да, немножко. Нужен листик и, может быть, ручка или карандашик, или все, что у вас есть под рукой. У кого есть дети, у тех проблем нет с этим. Так что приготовились. Тож, беремо олівці, беремо аркуш паперу и занотовуємо, повторюємо. Мы готовы. Ну что ж, девочки, когда мы формируем, да, вообще человек формирует образ «я», естественно, на это что-то влияет. И на это влияет в первую очередь наши родители, наше ближайшее социальное окружение. Кому-то очень повезло, и он с самого раннего детства слышал, что он принцесса или принц, обаятельный, привлекательный, умный и так далее. Кому-то не очень повезло. И, естественно, если человек очень редко слышит, что он хорош, у него возникает сомнение. И вот сейчас мы сделаем небольшую практику, которая или развеет эти сомнения, или, может быть, заставит задуматься над тем, а какой образ я, а уверена ли я или уверен ли я в том, что я хорош. Для этого мы сделаем один из четырех рисунков, и он будет звучать так. Представьте себя украшением. Что бы это было за украшение? И зарисуйте его. А якщо ми будемо уявляти так? Можна представити. Так, ну, малювати ми не будемо, ми будемо озвучувати. Так. Так, якою ж я є прикрасою? Ага. Це має бути якась будь-яка прикраса? Любая, от все, що прийшло в голову. Ой, я такий гарний перстеник золотий з червоним камінчиком. Такий, не наче вогонь, він палає, такий рубінчик всередині. Таке гарне-гарне лите золото, і воно таке візеруночко, воно десь отакий перстеник. Так. Ну, нічого такий перстеник. Ви чогенький, скажіть. Класний. Яка, а ти у нас яка прикраса? А я буду перстеником із таким топазом. Такого голубого, гарного кольору. Кольору неба, моря. Така романтична все. Дівчатки, вам з дітства повезло. Отлично. Подумайте, как часто вы носите ваше украшение? Кожного дня. Я даже танец не снимаю. Я коштовний перстеник, мене одягають тільки на якісь події, я така вся ексклюзивна. Просто так не одягнеш, тому що прибирання, ще щось, може камінчик трошки засмітитися, запилитися. Так мене одягли, я завжди гарна, не полірована. Ну что ж, полировано. Когда мы представляем себя украшением, мы себе задаем вопрос, насколько мы себя любим. Да? И чем более дорогое это украшение, тем больше мы себя любим. По поводу частоты носки. Бывает так, что человек себя любит всегда, ежеминутно, и подходя с утра к зеркалу, даже не выспавшись, он смотрит на себя и говорит, боже, какая я замечательная. Ой, это про меня. Вот. А есть люди, которые себя ценят, когда они видят результаты своего труда. И тогда это украшение, которое носится на особые какие-то действия, да, когда нужно показать. То есть это люди-достигаторы. И здесь тоже нужно сказать, да, что и та позиция – это хорошая позиция. Хуже, если украшение оказалось недорогим, либо по стоимости, либо для человека. Потому что есть эксклюзивные украшения, которые сделаны, например, из дерева мастером. Или это что-то, переданное по наследству, например, бабушками, да, когда произошла женская инициация. Поэтому нам нужно понимать, что украшение либо дорогое по стоимости, либо дорого самому человеку, и он надевает и понимает, что ну вот, вот это здорово. Тобто ми перевірили, я себе люблю, але по святах. А Віка любить себе завжди. Я себя люблю, но за то, когда я получаю классные результаты своего труда. А просто так, я просто уверена в себе. Так. Что мы робимо далі? Ну что, девочки, а теперь мы подумаем о том, насколько мы часто чувствуем свою ценность и понимаем ли мы, какими ценностями и богатствами мы вообще обладаем. И поэтому сейчас нам нужно составить списочек, который будет называться список ценностей.
моих ценностей, чем я дорожу, как материального, так и нематериального свойства. Так, чим я? Здоров'я. Так. Це по-перше. Віка, ну ти ж підтримуй, чим ти, поки ти будеш казати, я буду придумувати щось своє. Ну, у мене такі цінності, напевно, коштовності чи щось взагалі не беру до уваги. Це здоров'я, здоров'я батьків, ну, рідних. Це найголовніше. Ну, для мене це найголовніше. Так, увага. Причому увага до мене. Подобається, коли ти в центрі уваги, коли на тебе звертають увагу, коли ти не тільки привертаєш увагу чимось пустим, а дійсно, як ми вже казали, за якісь вчинки. Так, увагу я також помітила. Віка, наступна від тебе. Від мене? Зараз подумаю. Ну, мені увага також подобається, але потрібно щось інше ще брати, так, Інно? Я полюбляю бути в центрі уваги, тільки коли я привертаю якось так її своїми, так скажемо, основними чертами. Якостями, можливо? Якостями, так. Якостями. Основними якостями. Наступне – це повага. Я завжди казала про те, що, для себе казала завжди, що головне – це повага. Поважаєш ти оточуючих і те, як тебе поважають. Без поваги сучасного спілкування я не уявляю. Розуміння. Люди мають розуміти один одного, і, напевно, тоді буде якийсь доречний контакт і такі правильні відносини. Шоколад. Це моя радість. Мені її не завжди можна. Але без шоколаду я не уявляю свого життя. Я не уявляю свого життя без фруктів. Побільше, і побільше, і побільше. Мама. Це, мабуть, просто топ з усього списку. Це людина, без якої я дійсно, я себе не уявляю без її підтримки. Все, чого я досягаю, це завдяки їй і для неї. Про батьків я вже сказала. Це для мене взагалі топ місце. Що ще? Не знаю. Друзі. В мене ще є друзі. Точно, це ж так. Без ось таких друзів. І, мабуть, пощастило нам, що у нас команда складається саме... Друзі у нас на роботі. Ми зустрічаємось десь поза роботою, проводимо час разом. На роботі у нас все відбувається у дружній атмосфері. І я дійсно вдячна тому, що маю своїх вірних друзів і... Без них також далеко не заїду. А все таке добро і вірність. Вірність не тільки друзів, а наших других половинок. Так, рідних. Вірність – це дуже важливо. Ну, ось тільки, ось. Чесність, ще чесність – це особливо, я напевно. Ну что, обычно в работе люди на первые места, конечно, помещают какие-то ценности, которые невозможно посчитать деньгами. Да? Это чаще всего семья, здоровье, ну и так далее. Иногда потом начинают вспоминаться деньги, дома там и прочее, да, движимое, недвижимое имущество. Но очень важно, чтобы вы на первые места помещали и себя. Кто же будет этим всем владеть? Кто будет помогать своим родным? А у меня увага до себе. Ну вот оно, да, так промелькнуло. Но когда мы говорим «я как ценность», то тогда мы уверены в том, что мы хороши. И если я уверен, что я хорош, да, то, скорее всего, это то, что мы отзеркаливаем обществу. И тогда и другие люди хороши, и мы их ценим. Вот очень важно каждому человеку, неважно, это девочка, да, мальчик, взрослые люди, чтобы они чувствовали себя ценностью. И если мы будем, да, говорить о наших потребностях, то это одна из самых важных потребностей. Я как ценность, я часть общества, я часть общей картины. Поэтому если мы вдруг забываем о себе как о ценности, то тогда нужно себя спрашивать, а что было бы, если бы не было меня? Кто бы удерживал все вот эти ценности? Кто бы помогал моим родителям? Кто бы общался с моими друзьями? Кто бы достигал моих целей? Тогда все становится на свои места. Так, ценим себе. Який у нас наступний крок? Ну, а следующий – это такое закрепление пройденного материала. Можете представить себе солнышко,
у которого, ну, как минимум 10 лучиков. И на каждый лучик впишите то качество, которое есть у вас. Возможно, не всегда им можно гордиться, но благодаря ему вы могли чего-то добиться. И вот представьте, да, что вот это солнышко большое. Я распущу с впертість. Так. Амбіційність. Самолюбство дещо. Чесність. Можливо, десь примхливість. Така. Примхлива я дама. Ну, вже дівчатки нам можна. Так. Життєрадісність. Радію життю завжди. І, мабуть, останній у моєму списку – це кохання. Люблю усіх. Навіть тих, кого не люблю, все одно люблю. Так, з коханням до людей. Як ти до них, так вони відзеркалюють тебе. Віка? Ух ти! Задача. Про себе саму сказати. Вперта. Дуже вперта. Але, напевно, це викликає якусь амбіціозність і ось, ну, там, достигати якихось цілей в житті. Чесність, вірність, повага. То, що я така сильна самовпевненість, напевно, це не моя черта характеру, тобто не моя якість. Така пестливість і, ну, кохання до всіх, особливо до тварин. І є така ще, не знаю, як це якісь правильно назвати, але хочеться допомогти всім. Рятувати світ. То що ж означає це? Прекрасне качество. Тепер представте, що от це сонечко світить, гріє, всі люблять його. Оно помогает другим людям. Оно светит, и начинают расти цветы, деревья. Представьте, что каждый ваш день вы можете менять что-то в лучшую сторону. И если каждый день, даже если у вас очень плохое настроение, или что-то где-то происходит, и это вас тревожит, но вы помогаете другому человеку, это автоматически делает нас не только более уверенными в себе, но и более счастливыми. Потому что желание помогать другим и чувство в себе силы помогать другим – это то лекарство, которое помогает нам от неуверенности, от каких-то претензий к себе, претензий к миру. И мы понимаем, что каждый день мы делаем что-то для того, чтобы делать мир лучше. А значит, мы живем не зря. Ось так, друзі, тепер ви маєте змогу дізнатися про себе більше, можливо, в самодосконалення. Дякуємо нашій ранковій гості. Сподіваємось на останню зустріч. Перед нас ще чекає багато практик, у яких ми будемо пізнавати себе, підвищувати власну самооцінку.